Уже в 23-й раз в Мурманске стартовал городской конкурс «Студент года», за все время участие в котором приняло более 2000 человек. Главная цель испытания – выявить в столице Заполярья лучших представителей студенчества с хорошей академической успеваемостью и с активной жизненной позицией. Больше 20 лет администрация города, Мурманский городской студенческий совет и объединение молодежных центров проводят конкурс «Студент года». Этот сезон не стал исключением. Из почти что 130 заявок для участия в проекте были отобраны 80 студентов. Ребята, когда выйдут после этого конкурса, они выйдут совершенно другими. Они во время конкурса познакомятся с другими ребятами, да? Они смогут сравнить себя, они поставят себе какие-то новые цели для того, чтобы достичь тех или иных показателей. Поэтому, на мой взгляд, для ребят это очень важно. Ну и сама стипендия, которую в течение года они будут получать, это тоже большой стимул. Напомним, что участие в конкурсе принимают студенты в возрасте от 16 до 25 лет, обучающиеся на очном отделении. Молодым людям нужно будет преодолеть 17 испытаний, разделенных на 3 этапа. Конкурсные задания позволят участникам проявить себя в таких сферах, как учеба, спорт, творчество, а также общественно полезная деятельность. Мне это интересно, пообщаться с людьми, общение вот это вот, и проверить, на что я способна, на что нет, свои слабые и сильные стороны проверить. Студент года, лучший студент образовательной организации высшего образования, лучший студент профессиональной образовательной организации. Те три номинации, которые включает конкурс. Я хочу увидеть очередное подтверждение тому, что вся молодежь талантливая. И что в Мурманске мы подберем ключ к каждому. После школы молодой человек должен погрузиться в студенчество и попробовать себя в любом направлении. Победителей конкурса определят в мае 2024 года. Им будут назначены стипендии.